Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды. За Лигу Мастеров 3 звезды. Так, в магазин. Бесплатно откроем с тобой пак. Посмотрим, что нам там выпадет. И это Карай, точно. Задание. Ну что, давай выполним по маленькому задание. Нам нужно сразиться в 10 боях в режиме кампании и в сложном режиме. Так, мы с тобой ищем на нашего нейтрализатора, прокачиваем ему базуку. Так, так. И нам нужен с тобой ракетный залп. 8 геймпадов. Ну что, попробуем найти. Нет, нам нужны не геймпады, а джойстики. Геймпады — это немножко другое, да? Вот, один джойстик есть. А нам нужно сколько? 8? Я так понимаю, шансов на поиски у нас с тобой очень и очень маленькие. Потому что выпадает мутаген, всякая ерунда. Но не то, что нам нужно. Твою дивизию. Учебники, ну конечно же. Что мне нужно? Мне нужны учебники, понимаешь? Вместо того, чтобы давать мне джойстики. Опять учебник. Джойстик. Так, мы уже, по-моему, выполнили с тобой задание. Давай, наверное, заберем награды. Джойстики придется искать уже в следующей серии. Нам нужно поднять уровень персонажа и пройти одну серию испытаний. Почему я делаю сегодняшнюю серию, ребята? Потому что завтра будет уже понедельник. Поздно, как говорится, что-то здесь будет искать. Поэтому мы сейчас все с тобой доделаем. Заберемся в топчик, если нас оттуда сбросили. Ну и будем спокойненько ждать понедельника. А в понедельник у нас буст. Слава богу, я на выходном, так что мы его успеем сделать. Так, что я собирался сделать-то? Я уже забыл. Так, поднять уровень персонажа и пройти серию испытаний. Так, ну уровень персонажа мы с тобой всегда качаем самым маленьким, самым слабеньким. Это нужно идти в хвост. Микеланджело классический, как ты видишь у нас. И прокачиваем ему навыки до 55 уровня. Отлично. Так, Майки сказал только всем спасибо. Так, ну что, и пройти серию испытаний. У нас с тобой переходящее, ребята, звено между первой локацией и второй. То есть это Шреддер разделяет эти две половины. Но пока проходить еще рано. Мы уже, когда пройдем хотя бы половину второй локации, тогда уже быстренько пройдем с тобой. Так, ну что, у нас здесь с тобой Саблезуб. Надо его выносить. Так, Рафаэль, давай-ка контратаку, отлично. Минус Саблезуб. И минус Кланфуд. Ну, а на второй волне, как мы знаем, у нас тут Шреддер с 6 канала, да-да, именно здесь. Так, выходит Аболтус. Давай так проникающе сделаем. Ёк-макарёк, ты посмотри. Большую часть здоровья просто с удара снесли. И, наверное, Рафаэль добьет. Нет, не добил. Так, он пробафался, да? Ну, ненадолго. Как говорится, Усаги отомстил. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше и идем, скорее всего, на арену. Хотя можно, знаешь, куда еще зайти? На наши прошлые испытания. Так, подожди-ка, в магазин, кстати, да. Посмотрим, сколько у нас предметов. 37 монет, 540 жетонов. Ловить нам здесь пока нечего. Заберем награды. И теперь зайдем в испытание. Так, вы мне и не написали, кто у нас на Шреддере разыгрывается, друзья. Ну, раз не написали, значит, мы туда и не пойдем. А будем фармить вот здесь. Так, Леонардо. Поехали. Классика, не то. Бинокль. 2 доллара. Кружка. Совсем все не то, ребята. Вообще, даже рядом не стоит. Вот, Леонардо ролевой. Это уже хорошо. Ну что, попробуем вытянуть видение. Что-то мне подсказывает. Шиш там тебе, а не видение. Сейчас ничего не дадут. 2 золотых осколка и Леонардо, но не тот. Опять не то. И последняя попытка.
трындец. Зашибись. За всю, ребята, наверное, историю вот этого вот фарма. Так плохо я еще никогда не фармил. Да. Все, все абсолютно слил. И только получил 2 ДНК на Леонардо Ролевого. Вот так вот. Вот такие, ребята, итоги. Ну что, давай посмотрим, где мы с тобой находимся. Лига мастеров 3 звезды, но ранг у нас 42. Это говорит только об одном, что нам нужно опять подниматься. Но здесь все будет легко и просто. Берем с тобой Армагона. Вместе с Армагоном у нас пойдет Усаги. И вместе с ними, со всеми, пойдут уже вот эти вот маленькие ребята 45 уровня. Пускай посмотрят хотя бы, как бьются бизоны. Ну что же, Усаги делает свой козырный удар с вертушки. Это у нас все-таки Ронин, как ни крути. Ну а Армагоша, естественно, делает добивающий. Хэт-трик. Тыч. Все. А ты думал, что здесь будет что-то другое? Нет, ничего другого здесь не будет. Просто лобовое столкновение этим ребятам с валуном, и они все отдупляются. Ну что же, мы с тобой переходим на 39-ю позицию. Были на 42-й, приземлились на 39-ю. То есть, получается, 3 ступеньки пролетели. Зашибись. Нормально. Так, ладно, берем с тобой... Давай Супер Шреддера возьмем. С этими двумя вообще ничего не страшно. Абсолютно. Там Супер Шреддер один чего стоит. Сколько дамага наносит. И плюс еще Армагоши. То есть тут как у короля за пазухи, да? Погнали. Вот она волна. Ты посмотри. Еще и постепенный урон. Причем на всех, ребята, повесил. На всех абсолютно. И Армагоша. Бабах. Блин, обожаю. Обожаю, когда в моей команде есть вот такие вот прокачанные ребята. Причем я тебе скажу даже больше. Если даже будет у нас, например, прокачанный, ну, тот же самый Железноголовый или еще кто-то, я ему не буду так рад, как тому же самому Армагону. Я думаю, ты понимаешь, почему, да? Потому что у них инициатива. Тут мало того, что должен быть прокачанный персонаж, он еще должен быть быстрым. А быстрый — это тот, у кого большая инициатива. Такие персонажи — это как Карайка, это как Усаги, это как Микеланджело. Практически все их виды имеют повышенную, как говорится, скорость. Видишь? Вот о чем я тебе и говорю. Все виды Микеланджело имеют офигенную инициативу. Не знаю почему. А все виды Донателло имеют почему-то повышенную защиту. Вот такой вот парадокс. А все виды Леонардо практически имеют, ну, возможность нанести критический урон. Это уже проверено не на одном Лео, так что я знаю, что говорю. Смотри-ка, я думал, мы быстренько с тобой заберемся, но как-то нет. Мы уже с тобой провели, по-моему, 3-й или 4-й поединок, и до сих пор еще не на месте. Угу. Но мы-то с тобой опускать рукава не собираемся. Мы будем дальше бомбить. Слава богу, у нас с тобой есть откатики, которые нам в этом деле помогут. Единственное, что серия получится коротенькой. Но, друзья мои, эта серия не на буст и не на прохождение. Эта серия для того, чтобы просто подытожить все, что у нас было. Определенное время прошло, нас скинули. И мы просто сейчас возвращаемся в ту самую точку, да, соответственно, занимаем топовое место. И ждем уже понедельника. В понедельник, возможно, да, перед самим откатом придется еще разок зайти, чтобы убедиться лишний раз, чтобы тебя не скинули. Ну, с 3 звезд, друзья мои, с топового места, ну, возможно, с 1-го места и сбросят. Но именно с 3 звезд это уже вряд ли. Это придется постараться, это кому-то надо там так сидеть. Причем должен прийти только в игру и начинать бустовать, это вот в понедельник. Только в этом случае, возможно, нас могут сместить. А так, все ребята, которые уже сидят на своих точках, да, которые дошли до определенного своего предела, они стоят и не пыхтят. И, как говорится, меня не трогают, поэтому я тоже со своего пьедестала не спадаю. Вот и все.
Так, ну что, последний, я так понимаю, наверное, поединок у нас на сегодня. Так, возьмем. Так, возьмем, наверное, Супер Шреддера. Ну, пускай Бакстер отыграет. И, наверное, возьмем Зека с тобой. Зек, 100%. Интересно, а кто у нас сильнее, Зек? Ну, по инициативе, или Шреддер? Ну, по-моему, Зек. Да, Зек. И это Зек на 80 уровне. На сотом, я даже не знаю, на сотом, наверное, и Микеланджело переплюнет. Почему-то мне так кажется. Ну что, добивка? Давай, наверное, вот так сделаем, ракетами. Вот и все. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. Блин, хотел на днях тут снять Черепашки-ниндзя Сила Порталов. Ребята, все руки не доходят. Потому что смотрю на свой список, который я теперь, знаешь, как решил делать. Прежде чем записывать что-то, выписываю для себя игры, в которые давно не играл и которые вы мне пишете, да. Например, Безумные монстры, да, мы действительно в них давно не были, поэтому они у меня стоят. Так, Черепашки-ниндзя Сила Порталов отмечен также. Потом Тактик Мерджи просили вы поиграть. Батл Легион, так как я давно не заходил, тоже просите. Кстати, в Батл Легионе я перешел на 13 ранг. И подумал, Стикман же у нас запоролся, да, с вами? Игра Стикман, помните? Стик Легаси Вар. Так вот, я решил реанимировать. Как вы на это смотрите, ребята? Прошу ответы в комментариях отправлять, стоит или нет. Ну, начну не заново, а уже где-то... Ну, короче, скоро у меня появятся великаны. Там бой другой, и появятся великаны. Так что пиши в комментах. И также, наверное, хочу реанимировать игру. Наверное, многие помнят Forest, Zombie Forest HD. Тоже пишите об этом в комментариях. Так, ну а мы с тобой... А что продолжаем? Мы с тобой уже на первом месте, так что продолжать уже нечего. Так, посмотрите, ну это я не буду делать. Это незачем. У нас с тобой 7000 мутагена накопилось. Ты посмотри, сколько у нас сюриков. 450 тысяч сюрикенов. Ты представляешь? А ты помнишь, когда было время, когда нам не хватало этих сюрикенов? И я сидел и локти кусал. Думал, где же взять сюрикенчики-то мне? А теперь у меня их 450 тысяч. Это полмиллиона. Офигеть. И это еще можно больше заработать, если разбирать дубликаты. Да-да, именно дубликаты, ребята. По 2, по 3 тысячи скидываешь. Да, это, конечно, трэш. Смотри, Леонардо Ролевой. Нам остается всего лишь 12 ДНК. Леонардо Видение остается всего лишь 27. Да, 27 ДНК. Рафаэль Видение. 23 ДНК не хватает. Микеланджело Видение. 33 не хватает ДНК. То есть они все, ребята... Что мы вот с тобой взялись за черепашек из космоса, да? Космические черепашки. Практически тут осталось их прокачать чуть-чуть и все. И дальше, я думаю, по порядку у нас будут уже черепашки из Видения. Да, именно эта специализация, потому что фильм у нас уже все прокачанные. Да, и Леонардо, и Донателло. Все они у нас прокачаны. А вот ролевые, к сожалению, пока тоже нет. И ролевых у нас тоже вроде бы как много. Леонардо Космос, 5 ДНК, и все, ребята, он в кармане у нас будет, я имею в виду по фулочке прокачанный. Микеланджело Космос, 27 ДНК не хватает. Вот, дальше идут, конечно, вот эти анималити, да? Так, подожди-ка, вот здесь мы с тобой... Да не то я делаю. Как это, анималити или анимутанты? Кожеголовый, Слэш, Пит. Вот у них, да, у них тут дофига, ребята, нужно. Очень много ДНК. Да что ты навыки-то? Я хочу сплавить этот. Блин. Не навыки мне нужны, а ДНК твои обменять. Вон, смотри, 5460. Как тебе? Не кисло. Ксивер Монтес уже у нас по фулке. Оригиналы, так я вообще молчу. Они, по-моему, одни чуть ли не из первых у нас прокачались. Пит перейдет только лишь на третью золотую звезду, ребята. Ну, это будет через 23 ДНК. Самые хромые, это, конечно же, у меня Рокс классический и
Бибоп тоже классический. Они вообще отстают. Отсюда, ну, хуже нету их. И слабее. Кренга, не знаю как. 28, ну почти 30 ДНК. Очень тяжело копится, ребята. Макмен. Не знаю, может быть, Макмена прокачать. В принципе, он неплохо в свое время, да? Давал Джазу. Мы с ним очень далеко проходили. Но вот мне не нравится, что всего одна массовая атака. Хотя здесь у многих одна массовая атака. У Рафаэля вообще, по-моему, нет массовой атаки, да? Ты помнишь, есть у Рафаэля массовая атака? Нету. Я, кстати, вот это вот хотел посмотреть. Хорошему бластеру равных нет. Что это за удар? Вот не помню, хоть тресни. Да. Ну что, наверное, будем закругляться. Серия, конечно, получилась коротенькая, ребят, но еще раз повторяю, она была для того, чтобы исправить все вот эти вот недочеты и спокойненько ждать понедельника. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.